вы говорили раньше о идолопоклонстве. Я хочу понять, что такое идолопоклонство, если нет никого, кроме него. Потому что не может быть идолопоклонства без никого, кроме него. Любое состояние — это он. Идолопоклонство, при том, что нет никого, кроме него, это означает отрицание того, что нет никого, кроме него. Это называется идолопоклонством. И я не знаю, вы раньше сказали, что если человек сам приходит к состоянию, когда находится в идолопоклонстве, именно тогда начинается работа. Но я не понимаю, как есть состояние, когда человек находится в собственной власти. Он всегда находится в «нет никого, кроме него». Даже если я выдал о поклонстве, это «нет никого, кроме него». Ведь он... Разумеется, он это сделал. Но как ты реагируешь на это? Как это объяснить? Нет. Подготовил ли ты себя? В то время, когда ты находишься в раскрытии идолопоклонства, тебе особо нечего делать. Все зависит от подготовки. Подготовил ли ты окружение к объединению? Когда мы говорим о человеке, мы считаемся не с самим человеком, а с тем, насколько он соединен с окружением. Творец не смотрит на отдельного человека. Он смотрит на всех и видит, объединились или нет. Я готов в вас раскрыться или нет. Вы приближаетесь к состоянию, которое называется шхина, когда я буду как шухен, как воцаряющийся в вас, или нет? И поэтому он не судит тебя. Он судит тебя по отношению к окружению. В этом свободный выбор. И в состоянии, в котором ты уже находишься в каких-то определенных отношениях со своим окружением, это уже не состояние выбора. Это уже определенное состояние, из которого, может быть, ты потом выучишь, что тебе необходимо измениться. Кроме точки этого раскрытия, все остальное, чем бы ты ни занимался, это будет усилие. Да. Хорошо. Ну, сейчас на последнем конгрессе вы говорили о том, что нужно быть все время в связи с Творцом. Даже если ты проклинаешь Творца, это называется, что у тебя связь с Ним. Да. Так в чем эта работа? Лучше, чем отключаться. То, что такое идолопоклонство, когда я отключаюсь, не то чтобы я обвинял Творца, когда я достигаю состояния. Идолопоклонство — это значит, что есть кто-то больше, чем Творец, который тебя захватывает. Что ты определяешь, что есть иная сила. Твоя, группы, мира и так далее. Да. Ты готовишь себя к тому, чтобы это не произошло. И это произойдет. Но ты подготовил себя. И тогда на этом уровне ты идешь.